Меня вроде представили, меня Женя зовут. Я прошу прощения у украиноязычных ребят. Я говорю только на русском, к сожалению. Но думаю, меня поймут. Что хотелось бы сегодня, о чем хотелось бы сегодня поговорить? Об Apollo клиенте. Вообще, что это за зверь такой? Это библиотека, которая предоставляет доступ к всеми любимому GraphQL. Прежде чем начнем, я бы хотел бы обговорить некоторые концепты вообще GraphQL. То есть, если отталкиваться от старого доброго REST, то клиенты общались с сервером через большое количество запросов. А иногда и к нескольким серверам одновременно. То есть его основная задача самого GraphQL заключалась в том, чтобы убрать вот это вот все разнообразие и сделать централизованный доступ к данным. Он это предоставляет через свои собственные резолверы, которые перенаправляют определенные части запроса к соответствующим endpoint. То есть, как показано на рисунке, то есть, допустим, возьмем, у нас есть там три endpoint, там посты, комменты, автора. То есть, раньше по REST нам нужно было сделать три запроса. Сейчас с GraphQL нам достаточно сделать с клиента один, то есть указать нам, какие данные нам нужно вернуть, какую структуру запроса отправить. Соответственно, на сервере GraphQL понимает через указанные резолверы, на какую часть перенаправлять данный запрос. Ну, например, то есть, если мы просим сделать посты и комменты, мы отправили запрос, и, соответственно, резолвер, который отвечает за пост, делает запрос на соответствующий REST endpoint, который за комменты, соответственно, туда же. То есть это решает проблему либо до в общем, n-1 query, точнее, n+1 query. Соответственно, еще одно преимущество — это является строгая система типов. То есть структура запроса более типизирована, то есть, что упрощает разработку. Прежде чем начну говорить об Apollo клиенте, я бы хотел сказать, что основными операциями GraphQL вообще являются query, мутация и подписка, subscription. То есть query — это аналог GET запросов, мутация — это post, put, delete запросов, и, соответственно, подписка предназначена для того, чтобы осуществлять взаимодействие по веб-сокетам. Подписку сегодня вынесем out of scope, поговорим только о query и мутациях. То есть структура query GraphQL выглядит следующим образом. То есть мы указываем, что у нас есть query, мы можем ей дать какое-нибудь имя, можем не давать. Соответственно, здесь мы передаем аргумент, указываем, какой типы задаются на сервере. И, соответственно, в теле запроса мы можем указывать, какие данные мы хотим получить. То есть здесь, кроме hero, мы можем еще добавить там hero 1, hero 2. То есть, соответственно, мы можем отправить более сложную query. То есть нам не обязательно делать это все на один тип данных. Соответственно, сюда еще передается аргумент, и по данному аргументу GraphQL уже перенаправляет на резолверы и получает соответствующие данные. То есть он может получить очень большой набор полей, но если клиенту нужно только имя, то зачем нам просить большой payload? Нам достаточно сказать, какие поля нам нужны. В данном случае это имя. Что делать, если мы хотим что-либо обновить? То есть мы используем мутацию. То есть выглядит она следующим образом. То есть ключевое слово мутация. Дальше мы говорим, какая именно. В аргументах мы передаем payload. И указываем, какой набор данных мы должны получить. На данном этапе есть ко мне какие-то вопросы? Хорошо, едем дальше.
Вот. Как мы вообще можем работать с GraphQL? Сегодня существует несколько вариантов. То есть это сам, собственно, запрос в виде в строки GraphQL через GraphQL.js. Вот. Но все же мы предпочитаем более высокоуровневое программирование. И клиентов основных существует два. То есть это от Facebook Relay, вот, и Apollo, который является независимой имплементацией. Вот. Если сравнивать количество загрузок NPM за последние 6 месяцев, то Apollo клиент явно выигрывает. Единственное, 31 декабря никто не хотел его скачивать. Удивительно, почему. По состоянию на прошлый год у Relay и Apollo были следующие плюсы и минусы. И вообще, если сравнивать их, то можно увидеть, что Apollo является более универсальной библиотекой. То есть он работает одинаково и с Angular, и с Vue. Вот. Является очень гибким и поддерживает больше, предоставляет больше функционала. Больше функционала, прошу прощения. Хорошо, перейдем. Виноват. К более технической части. Альфой и омегой любого запроса GraphQL является темплейт-строка из библиотеки GraphQL Tag. То есть, что это такое? Мы в template-стринге указываем, какую query мы хотим отправить. GraphQL Tag ее парсит и преобразует в абстрактное синтаксическое дерево, тем самым оптимизируя в дальнейшем запрос. Вот, то есть в данном примере у нас есть query на получение пользователя с аргументом user ID типа string, он является обязательным. Вот. И, соответственно, мы просим getUser по указанному user ID. То есть, соответственно, payload нам вернется обратно getUser, и дальше будет у него поля firstName и lastName. Вот. То есть, какие сегодня мы будем рассматривать query? Мне, честно скажу, мне было трудно сделать какой-либо свой сервер. Вот. Я обратился к библиотеке JSON Placeholder, которая предоставляет набор постов, комментариев, юзеров, то есть там стандартный какой-нибудь набор, то есть, который мы можем использовать чисто для тестовых ситуаций. То есть мы будем использовать query на get post, соответственно, query post, и об этом поговорим мы позже. Вот, будем просить, верни нам title, body и ID. И, соответственно, будем просить на получение юзеров по полям name, email, ID, адрес и город. И попросим одного пользователя, чтобы чисто разбавить атмосферу. Вот. Хорошо. Есть какие-то вопросы по GraphQL Tag библиотеке? Нету. Хорошо, спасибо. Можно ехать дальше. Вот. Как это все дело запустить? Если посмотреть на данный пример, то нам достаточно вызвать функцию конструктора Apollo Client и передать туда определенный набор опций. Их как основных две. Это набор линков и кэш. О кэше мы поговорим в дальнейшем, о линке хотелось бы остановиться поподробнее сейчас. То есть, что это такое? Это своеобразная middleware. То есть мы можем загружать библиотеки, которые предоставляют определенный набор функционалов на разные случаи жизни. Например, здесь используем middleware для отлавливания ошибок. Соответственно, мы можем сделать какую-нибудь свою кастомную логику. Дальше, как основная идет библиотека HTTP Link, вот, для того, чтобы у нас была возможность делать HTTP запросы. В данном примере я использовал Create Upload Link, который делает чуть-чуть больше, он еще поддерживает мультипарт контент. Вот. Я отдельно выделил момент, что нужно обязательно указывать credentials, причем credentials include, или, соответственно, по вашим оригинам. Это почему? Потому что у вас все будет работать хорошо, кроме Microsoft Edge. Вот. То есть, если вы это не укажете, у вас не будет проходить авторизация. Вот. По умолчанию.
Соответственно, на данном примере еще мы попросили, давай сделаем ретрайлинк. Это в случае, если у нас есть проблемы с connection, мы сделаем каких-нибудь дополнительных 5 запросов. То есть давай попробуем еще, 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 а вдруг заработало. Вот. То есть в случае, когда 5 превысили, все, мы уже больше ничего не сделаем. Вот. Соответственно, для того, чтобы подключить Apollo клиент в наше React-приложение, нам достаточно указать Apollo провайдер и передать туда задекларированный клиент. Вот. То есть таким образом мы даем понять приложению, что мы используем GraphQL, и вот указываем, что вот именно по таким характеристикам клиента мы можем его использовать. Вот. В данном приложении, которое есть, я на Git его выложил, я в конце предоставлю ссылку. Вот. Мы делаем чуть-чуть по-другому. То есть у меня есть REST-link, которая предоставляет доступ к работе над REST-ом. То есть что делать, когда GraphQL очень хочется попробовать, но у нас нет GraphQL сервера. Ну, можем обернуть это все дело REST API и использовать стандартные механизмы, когда уже мигрируем, будет легче переделать только сервер, а клиент останется таким же, какой он был. Вот, соответственно, здесь указываем, на какой URL мы будем отправлять запросы. Опять же, в нашем примере мы используем JSON Placeholder. Вот. А в основном все точно так же, как и раньше. Хорошо. Вот. Поговорим именно об обертки. То есть я показывал в квере, что у нас есть такая радость, как REST. Вот. Здесь мы декларируем, какой тип будем получать. Это для того, чтобы GraphQL осуществлял эффективный механизм кэширования. Вот. Соответственно, можем указывать аргументы как пас-параметры. Это может быть указано через там двоеточие ID, либо же это можно сделать через args, допустим, точка user ID, как, например, я сделал это вот здесь. То есть таким образом, когда мы вызываем query, вызываем query, передаем туда аргумент, и GraphQL уже сам понимает, какие аргументы ему были переданы. Вот. Отдельно хочется поговорить, что если вы используете REST-link, то вам дополнительно нужно типизировать внутренние объекты. То есть если у вас очень такой плоский объект, там, name, email, ID, то все хорошо, вам не надо никаких делать дополнительных действий. В случае же, если у вас еще есть дополнительный какой-нибудь адрес, и у него там свои поля, и у него еще свои поля, то нужно делать дополнительные махинации. Вот как, например, для адреса я использовал преобразователь. То есть мы говорим, что, пожалуйста, вот забери адрес из объекта и положи это в тип адрес. И как бы кэш дальше будет это все понимать. Хорошо. Дальше. Как мы можем общаться с клиентом? Основных способов два. Это через Apollo Consumer, собственно, через JSX тег. А дальше через Render Proxy передаем клиент и можем использовать API клиента непосредственно уже внутри Apollo Consumer. Либо же можем использовать высокоуровневую функцию, высокоуровневый компонент через Viz Apollo. То есть он автоматически прокинет туда клиент. Вот. То есть можем посмотреть, я сделал пример Client Access. Вот. Я в своем проекте решил использовать TypeScript, чисто чтобы было легче создавать. Вот. И если мы сейчас перейдем в браузер, я открою консоль и посмотрю вообще, что нам вернулось как в консоль лог, то мы увидим, что вот у нас есть Apollo клиент 1, и в пропсах клиент точно такой же. Вот. Со своим набором данных, со своим набором операций. На данном этапе есть ко мне какие-то вопросы? То есть еще раз подчеркну, два способа: Apollo Consumer и Viz Apollo функция. Вот, таким образом, да, передаем клиент. Довольно удобная вещь, когда приложение разрастается. Вот. Едем дальше. То есть
поговорим вообще, как это все дело работает. Мы делаем какую-то манипуляцию, то есть, допустим, это может быть query или мутация, передаем это в Apollo клиент. Внутри он может это разрезолвить разными способами, то есть он может использовать кэш, нормализировать данные, вот, может ничего не делать и отправить сразу запрос на удаленный REST endpoint. Соответственно, это можно еще общаться там с каким-нибудь отдельным GraphQL сервером, либо же с данными приложения тот же кэш. Соответственно, он получает результат и возвращает какой-нибудь набор данных UI-компонентом. Отдельно хочется отметить, что Apollo под капотом использует паттерн Observer. Вот, то есть те, кто знакомы с Angular, они, я думаю, поймут, как это все дело устроено. Вот. Отдельная проблема для людей, которые привыкли к Redux-подходу, потому что все-таки Apollo, он нет настолько к стандартному подходу заточен, как вот, например, там, через использование SAC, редюсеров, да, вот, и прочих радостей. Но при этом хочу отметить, что это не значит, что Redux нужно исключать из проекта. То есть вы можете в дальнейшем использовать Redux для каких-нибудь дополнительных нужд. Да, вот. Но использовать Apollo и Redux довольно неудобно, и, возможно, вы просто выстрелите себе в ногу. Вот. Хорошо. Поговорим о middleware. Что если я хочу подключить какую-нибудь свою middleware? Это делается довольно просто. Мне достаточно подключить Apollo, функцию конструктор Apollo Link, который принимает функцию с двумя аргументами operation и forward. Вот. Кто помнит паттерн цепочка ответственности, chain of responsibility, поймет, как это работает. Вот. То есть один в один. То есть делаем какую-нибудь дополнительную махинацию и возвращаем, перекидываем на следующую цепочку middleware. Вот. То есть в данном примере мы добавляем HTTP header. Вот. Если мы сейчас посмотрим в... Давайте я уже сразу сделаю спойлер, открою список, допустим, постов из нашего JSON-плейсхолдера. Ну, то я увижу, что при запросе на сервер я сейчас не шлю никаких своих хедеров. Давайте это дело изменим. Я пойду сейчас в декларирование клиента. Я изначально написал какой-нибудь link, и мне достаточно его вставить в общий массив. Сейчас это все дело теперь надо пересобрать. Возвращаемся в браузер. Соответственно, теперь у нас еще идет дополнительный запрос с HTTP заголовками, вот, с хедером authorization. Вот, то есть, соответственно, я могу прокидывать какие-нибудь свои дополнительные параметры в сам запрос через использование линка. Вот. На этапе с линками у кого-нибудь есть вопросы? Хорошо. Давайте теперь рассмотрим именно основные механизмы, как мы можем общаться с нашим GraphQL endpoint. Мы можем это делать через JSX tag query, вот, который принимает следующий набор аргументов. Это может быть query, набор перемен аргументов, которые мы будем передавать query, соответственно, функция обратного вызова, например, onCompleted. Вот, и дальше через render proxy мы можем получить сам клиент непосредственно, данные, которые нам вернет запрос, ошибка, если такова имеется, загрузка, функция, которая необходима для перезапуска query, и, соответственно, variables, с которыми мы выполняли наш запрос. Вот. Это все, конечно, хорошо. Давайте посмотрим это ближе. Откроем компонент с постами. Вот. Я написал такой небольшой query. Вот, то есть, давайте еще раз откроем. То есть мы просим title, body и ID. И просим отправить REST-овой запрос на, собственно, на JSON-placeholder API slash posts. То есть ничего криминального мы не делаем. Вот. Давайте теперь посмотрим
Вообще, что у нас произойдет, если мы хотим вообще это все дело вызвать? Сначала выполнится лоадинг. Это ситуация, когда мы отправили запрос, но при этом еще не получили ответ. Потом будет вызвана функция post-retrieved. То есть это когда у нас уже не loading, это значит второй раз произойдет вызов этой же функции. Прошу прощения. То есть вызовется в дальнейшем это. И после того, как все это успешно завершится в плане, вернется какой-то результат из функции, будет вызвана функция обратного вызова onCompleted. Что там можно делать? Да, всякие разные там, вещи, там, не знаю, что-нибудь там почистить или наоборот создать. Вот. Соответственно, важным моментом является то, что для того, чтобы получить сам набор данных, которые мы просили, нам нужно обратиться к объекту data и попросить ту property, которую мы указывали в query. Как, например, вот здесь. То есть, если я напишу здесь posts 1, то мне в этом случае надо будет и здесь писать posts 1. Вот. Хорошо. Это что касалось query. На данном этапе есть вопросы? Может, что-то непонятное, я могу там отдельно добавить. Довольно удобно, если честно, использовать, потому что более такой декларативный подход применен. Да, слушай, есть вопрос А, один. уж. Вот тут у тебя квери, она просто в переменной сохранена. А как ты вообще эти квери, ну, сохраняешь? Они у тебя отдельно где-то в папочке все лежат, побитые по, ну, каждая квери по файлу или как? А можно, Или на... это зависит от стайл-гайда проекта. В данном ситуации я просто создал папку с кверей, папку GraphQL, в ней указал папку с кверями, и здесь сделал обычный индекс. Там индекс TS должен здесь быть. Вот, это обычная константа, которая вот мы используем GraphQL tag, и все, то есть мы ее можем вот так использовать. А вот если у тебя, допустим, ну не знаю, там какой-то тип, он повторяется в квере там несколько раз, и он в нескольких квере нужен, ты как-то можешь его вынести там отдельно и потом заюзать в каждой этой квере там как-то. Ну, допустим, у тебя есть там тип пост, и там набор полей, чтобы не писать каждый раз там в трех квере весь этот тип Я думаю, описывать. тогда лучше написать отдельные фрагменты. Вот. Скорее всего, это тоже в GraphQL поддерживается для того, чтобы не писать там целые query. Вот. То есть в идеале можно задать какой-нибудь даже скалярный тип, у которого будет какие-нибудь неизвестные поля, и при этом это все дело GraphQL разрезовывает. Вот. В случае для декларирования в самом GraphQL теге, честно сказать, не знаю, ни разу с таким не сталкивался. Я имею в виду, если там какую-то часть query дуплицировать. Я думаю, здесь можно использовать как обычные template-стринги, там, допустим, вынести что-то общее и вставлять в дальнейшем там, ну, вот, там, через таким манером. Ну Ну, да, я понял. не вижу ничего криминального. Вот. Good. Ну что ж, поехали дальше. Давайте рассмотрим какую-нибудь мутацию. А, не, я забыл. Что делать, если нам нужно подгружать какие-нибудь данные в дальнейшем? Ну, тот же самый автокомплит или же, как же это называется, там, load more button. То есть когда там в процессе там, скроллинга нам нужно подключить дополнительные данные. То есть GraphQL это все дело поддерживает, и, соответственно, Apollo клиент тоже. Вот. Есть такая удобная вещь в квере, как функция fetchMo. То есть она предназначена для того, чтобы когда компонент, внутри которого была вызвана пропса, там, допустим, загрузи еще, вот как в данной ситуации, мы можем вызвать функцию fetchMo, которая вызовет эту же самую query,
Ну, можно сюда передать дополнительные какие-нибудь переменные. Ну, вот, как, например, offset, там, строка поиска. Вот. И вторым полем данного объекта является, собственно, update query. То есть это когда мы уже получили результат, и мы можем это дело объединить с предыдущим результатом. Вот. Но иногда бывает ситуация, когда у нас предыдущий результат был очень большим объектом, а, допустим, fetch more результаты нам вернули меньше набор объекта. То есть в этом случае можно использовать object assign. Вот. А в моем примере я это сделал в компоненте с пользователями. То есть я указал функцию, которая будет выполняться по клику на какой-либо button. Вот, она вызывает функцию fetchMoo, и здесь нам достаточно только там вызвать update query. То есть мы объединяем предыдущие результаты с новыми. Вот. То есть как это выглядит здесь? То есть у нас есть какой-то набор пользователей, вернули, и, соответственно, здесь есть button. Давайте это на UI лучше покажу. Вот. То есть, конечно, с точки зрения React это сделано не очень, потому что, во-первых, я решил одинаковый набор данных получать все время. Вот. Но при этом, если мы откроем сейчас саму query, не видно, да? Вот. То, соответственно, я здесь сделал дополнительный запрос на тех же самых юзеров и объединил это с предыдущим набором результатов. То есть я так могу делать очень много раз. Вот. Соответственно, точно так же это работает в каком-нибудь автокомплите. Вот, все хорошо, удобно и прекрасно. Вот. Good. Куда-то меня занесло. То есть это касается паджинации. Вот, о фетч-полисах мы поговорим в дальнейшем. Есть вопросы по паджинированию в квере? Хорошо, едем дальше. Давайте теперь попробуем какую-нибудь произвести мутацию. Вот, что есть мутация? То есть, еще раз повторюсь, это все, что касается update, delete и create ситуации. Вот, то есть декларируем мы через использование JSX тега mutation и указываем, какую мутацию мы будем использовать. Важным моментом, я вернусь сейчас к query, как только вы задекларировали query, она будет сразу же выполнена. В случае с мутацией происходит несколько иная ситуация. То есть мы ее задекларировали, но мутация сразу не произойдет. Она произойдет в той ситуации, когда будет вызвана так называемая функция мутации. Потому что иначе было бы очень неудобно использовать. В данном примере я опять переиспользовал там функцию completed, это когда все выполнено. Соответственно, есть еще очень удобный момент, это refetch queries. Это, например, когда вы имеете, допустим, у вас была вызвана query там, на получение там, списка пользователей, соответственно, вы обновили там, одного пользователя, но вам очень не хочется работать с кэшом. Вам достаточно просто сказать, ну, парень, перевыполни, пожалуйста, эту функцию, ну, вот, и обнови свой кэш сам, я не хочу туда лезть. Вот тебе аргументы, ну, вот, игра, и Apollo это все сам разрезовывает. Можете использовать функцию update для того, чтобы писать в кэш напрямую. Как бы это тоже нормально. То есть, соответственно, давайте теперь рассмотрим пример на UI. У меня есть список постов. Обратили внимание, что сначала показывает лоадинг, а уже потом это все дело рендерится. У меня есть список постов, и у него есть внутри компонент remove post button. То есть я говорю, сделай remove, отправь на JSON placeholder вернет результат, но не сделает ничего со своими внутренними данными. Вот, то есть мы можем только сказать, давай представим, что ты что-то обновил. Вот, то есть мы сюда передали mutation function, у нас есть button, и по клику мы вызываем функцию mutation function и передаем туда variable, соответственно, post ID, который мы хотим удалить. Давайте посмотрим, как это выглядит в реальной жизни. Я попросил это дело удалить и потом перерефетчить функцию. То есть я удаляю пост с ID-шником 35, получаю ничего, мне там ничего в
целом и не надо было. Вот. И потом я указал в своем коде, что сделать нужно refetch функции getUsers. Соответственно, была вызвана функция getUsers, и мы обновили список юзеров на совершенно другой странице. Вот. Тоже довольно удобно. Да. Вот. Что касается мутаций, вопросы есть? Хорошо, можно двигаться дальше. Что делать, когда я хочу использовать вот мультипарт-контент? Вот. Повторюсь, можно использовать библиотечную линку, которая соответствующие типы данных будет преобразовывать в мультипарт-контент. Вот как, например, в данном коде через мутацию мы отправляем на сервер обычный файл. На query это не сказывается никаким образом, то есть мы точно так же указываем сделай, пожалуйста, upload и прими там набор аргументов аватар. Соответственно, передаем туда еще дополнительный ID и файл. Единственный момент, который нужно будет на бэкэнде зарезолвить, это указать тип для файла. Когда будет объявляться тайпинги, который будет поддерживать GraphQL сервер. Соответственно, мы здесь передаем обычный файл и нормально. Хорошо. Что делать, когда мы не хотим, допустим, точнее, даже не так. То есть у GraphQL есть проблемы с кэшом. Дело все в том, что когда вы шлете запрос на GraphQL сервер, у вас все тело запроса уходит в телезапросы. Это значит, что никаких, там, допустим, query параметров или никаких дополнительных HTTP заголовков или там, еще чего-то у вас не уйдет. У вас просто будет выполнен пост на GraphQL сервер на один и тот же endpoint, в котором будет в теле запроса указана, собственно, query. И это будет обычная строка, которую уже GraphQL сервер будет сам понимать. Соответственно, кэширование на уровне запроса у вас не получится. Ну или получится, но как-то по очень интересному. Поэтому Apollo предлагает свой внутренний in-memory кэш с соответствующими fetch policies, а именно их 5. Это cache first, cache network, network only, cache only и no cache. Давайте рассмотрим каждый из них поподробнее. Рассмотрим стандартный, который по умолчанию, это cache first. Что он делает? Допустим, мы хотим сделать запрос на GraphQL сервер. Мы пишем query, query лезет в in-memory кэш, смотрит, есть ли там соответствующие данные. Если эти данные там есть, он сразу же вернет результат. Если же данных нет, он сделает запрос на удаленный сервер, получит результат и обновит. Вот. Что касается кэша нетворка. Делаем запрос, лезем в кэш. Если в кэше есть, отдаем результат. Сразу же делаем запрос на GraphQL сервер, получаем данные, обновляем кэш и потом делаем еще один notify всем обзорверам о том, что данные были обновлены. Когда удобнее использовать caching network? Это когда у вас есть какой-нибудь роутинг, у вас было что-то закэшировано, но вам нужно все время перезагружать данные. Вот. То есть вы хотите, чтобы при переходе между роутами у вас все время были актуальные данные. То есть в случае с кэш-ферстом не всегда роутер будет на это адекватно реагировать, потому что он будет работать по кэш-ферст, полезет в кэш, ага, данные там есть, вот, но происходили какие-то мутации, меня абсолютно об этом не волнует. Вот, на тебе данные, вот, разбирайся как хочешь. Вот, то есть кэш-инвертор позволяет уйти от этой ситуации. Вот. Еще одними fetch policies являются network only, no cache и no network. Да, по-моему, no. Cache only, прошу прощения. То есть, что делает network only? Это когда мы делаем запрос и обязательно делаем сразу запрос на удаленный GraphQL сервер, обновляем кэш и из кэша уже получаем результат. В чем удобство? Это в том, что у нас всегда актуальные данные, и все еще есть возможность писать в кэш. То есть, допустим, у нас есть какой-нибудь вообще очень удаленный компонент,
И мы обновили данные в кэше, и, соответственно, были все обсерверы проинформированы о том, что кэш обновился, пожалуйста, обновите свой дом. В случае с NoCash мы общаемся только с удаленным GraphQL сервером и не имеем никаких преимуществ кэша. Соответственно, с противоположным, то есть мы общаемся только с кэшом и никогда не сделаем запрос на удаленный GraphQL сервер. Вот. Хорошо, что делать, если мы хотим. Да, прошу прощения. Есть вопросы по фетч-полисам? Хорошо. Что делать, если мы хотим получать, точнее, изменять и кэш, и работать с клиентом вручную? То есть нам мы, ну вот очень не хочется вот подключать там query, указывать ее в JSX или же там мутацию. То есть нам хочется как-то вот работать более так в императивном стиле. Такой механизм есть. И опять же, мы можем через VisaPollo или через Apollo Consumer получить клиент. И у клиента есть базовый набор операций, как вот, например, read query. То есть что он делает? Он лезет в кэш, считывает с кэша. Если данные в кэше есть, он вернет закэшированные данные. Если данных в кэше нет, он выбросит ошибку. Важный момент для того, чтобы учитывать это в коде. То есть вам ошибки, я думаю, в коде не нужны. Соответственно, если мы не хотим рисковать, мы можем использовать стандартную query из API. Работает аналогично тегу query из JSX, то есть передаем туда query и какие-нибудь там переменные. То есть возвращаем точно такой же набор данных, то есть это вот у RealData будет property data, у которой будут внутри поля, которые мы указали в query. Хорошо, но что если мы не хотим ничего получать, мы хотим только что-нибудь обновить? Мы можем это сделать двумя способами: через write query или же через write data. То есть write query работает следующим образом. То есть мы туда передаем какую-нибудь query с переменными и указываем, какие данные там теперь должны лежать. А write data не требует указания конкретной query и не требует указания переменных. Он построит соответствующую query из данных, которые вы ему передали. Мне кажется, это какая-нибудь дополнительная нагрузка. Лучше используйте в write query. Не ошибетесь, будет довольно интересно. Вот. Рассмотрим, как я это решил показать в приложении вообще и с фетч-полисами, и с непосредственным общением с клиентом. Вот. А именно, допустим, у нас есть список. Список пользователей. Вот. Что если я хочу, тут не remove должен быть, а clear. Допустим, я хочу почистить вообще всю эту таблицу. Я иду в код, смотрю, что я здесь делаю. То есть у меня есть clear users. Я говорю, пожалуйста, то, что было загружено с get-юзерами, пожалуйста, очисти этот массив. Обращаю внимание на то, что в тегах мы не общаемся ни через Redux. То есть у нас абсолютно параллельные компоненты. То есть у нас нет доступа напрямую к элементам, которые находятся там в компоненте users. То есть мы чисто работаем через Apollo. То есть я жму remove, все, у нас нет ничего. У нас кэш пустой. Хорошо, что если я хочу добавить какой-нибудь элемент? Я иду в функцию addItem. Я прошу, говорю, получи мне, пожалуйста, пользователя по ID-шнику 1, считай текущих юзеров из query getUsers и объедини, пожалуйста, результаты этих двух запросов. Честно говоря, сейчас не могу предугадать результат, но если я нажму «Дай», там тут может произойти все что угодно. То есть в идеале, да, оно работает правильно. Потому что REST link, он не всегда оптимизирован под кэш, и он может взять какую-нибудь абсолютно левую, какой-то свой кэш. Соответственно, если я теперь напомню, что по умолчанию у нас кэш first fetch policy стоит. То есть в идеале, если я еще раз нажму на add item, у меня не должен происходить этот запрос.
Это при идеальных условиях. И он не происходит, потому что мой юзер уже был закэширован. То есть он возьмет из кэша, потому что мы передаем все время по одинаковым параметрам запроса. Да, вот. То есть, хорошо. Теперь, что касается самих фетч-полисей. То есть давайте возьмем, отобразим посты из другого урла. То есть я хочу их открыть. То есть мы сначала сделали toggle, у нас запустился компонент с постами. Но я теперь хочу их, то есть, соответственно, был выполнен запрос. Но я теперь хочу их скрыть. У меня по умолчанию стоит fetch policy cache first. Я это все скрываю, теперь у меня сейчас ничего нет. У меня нету query. Я открываю, перепрошу. Соответственно, у меня не было выполнено еще один запрос, потому что он забрал эти 100 постов уже из кэша. Хорошо, но что если я хочу поменять теперь fetch policy в постах? Я иду непосредственно в код, говорю fetch policy, ну, допустим, cache and network. Обновляем. Я хочу это сейчас скрыть, оно мне не нужно. Откроем посты, сделали запрос. Спрятали, опять делаем запрос. То есть, но при этом у нас, да, есть механизм какой-нибудь для работы с кэшом непосредственно. Вот. То есть, опять же, все вот эти компоненты, они между собой каким-либо API не связаны. То есть, все работает через Apollo. Хорошо. Еще одним способом получения клиента являются хуки. Не скажу, что довольно удобно, но если не хочется делать какие-нибудь там обертки или же подключать JSX-теги, куда-то прокидывать, дрилить, можно всегда использовать хуки. Вот, например, для меня лично очень удобным use Apollo client hook, вот, и все, больше мне ничего не нужно. Вот. То есть это для поддержания императивного стиля программирования. Вот. Как это все тестировать? Допустим, у нас есть изолированный компонент, и мы хотим как-то его протестировать. То есть первое, что мы должны помнить, это то, что сначала при выполнении query GraphQL у нас будет показываться лоадинг состояния. Вот. Второе, что мы должны помнить, это то, что мы обязаны замокать все запросы, которые могут быть выполнены в соответствующем компоненте. То есть, поскольку мы можем использовать в компоненте несколько query, то, соответственно, моков должно быть несколько. Поэтому мы указываем это все в массиве. Соответственно, структура следующая. То есть мы указываем request, какая query, по каким variable и какой набор данных мы хотим получить в ответ. Вот. То есть, соответственно, когда у нас произойдет маунтинг компонента, для того, чтобы получить отрендеренный набор данных и не видеть этот лодинг, нам бы не мешало использовать какой-нибудь там тайм-аут или же вот, библиотеку wait. Вот. То есть как только это все выполнилось, мы перешли в новое состояние, то есть когда у нас уже данные были получены, обновляем компонент и уже получаем отрендеренный набор результатов. То есть, потому что иногда с этим бывают проблемы при тестировании. То есть не сразу доходишь, почему у тебя только лоадинг, а не определенный набор данных, мол, я ж все ж указал. То есть это нужно учитывать. Вот. Что советовал бы почитать? На Хабре есть несколько статей, да, вообще их там миллион по поводу GraphQL, но вот отдельно бы выделил, что не так с GraphQL и как с этим бороться. Вот, новое поколение приложений, там так называемый STAR, это связка там и React, и Apollo, и там, нодовские фреймворки, вот, то есть можно почитать. Отдельный сайт о GraphQL, по данной ссылке это как работает Apollo клиент под капотом. Вот, вообще рекомендую посмотреть Apollo GraphQL канал в целом. Вот. В данной ссылке указывается понимание вообще разных fetch policy. Я картинки оттуда драл. Вот. И, соответственно, я вот на Git залил пример. Можете там, не знаю, потыкать палкой. Вот. То есть, какие есть ко мне вопросы? Прежде чем вопросы, я хочу сказать очень важную вещь. Не надо имплементировать GraphQL ради GraphQL. То есть, если у вас есть острая надобность в нем, пожалуйста.
Но если у вас там какое-нибудь более-менее простое приложение на REST endpoint, лучше используйте стандартный подход через Redux Redux Agi. И в случае, если вы не хотите как-то переосмысливать свою жизнь, то тоже не надо смотреть в сторону вообще GraphQL и APO. То есть если там есть encouraging попробовать что-то новое, то окей. Если у вас есть надобность на проекте, окей. Если у вас очень большое приложение с очень там большим количеством серверов, GraphQL ваш друг. Но если у вас что-то там один сервак и там 10 endpoint, не надо. То есть у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. И все-таки какие есть ко мне вопросы? Вообще люди остались? Вроде кто-то есть. У меня есть вопрос. Я, правда, не работала с GraphQL, не пробовала еще. Может быть, он покажется немножко глупым, но как GraphQL работает с корсом? То есть как быть с кросс-доменными запросами и вообще где метод options? Я как-то его не увидела. Он отправляет его или нет? В случае, если мы указываем туда заголовки, я увидел, что он отправил туда по fetch API запрос. Да, вот. Но вот, собственно, он options и есть. Плюс же мы, когда устанавливаем свой GraphQL сервер, мы же именно непосредственно на бэкэнде можем указать, что там, access control, там, allow origin и там звездочку указать. То есть это работает абсолютно стандартным HTTP подходом. Вот. То есть в случае, если мы указываем еще и авторизацию, то, конечно, он да, отправит вот option запрос. Вот. То есть если не указываем, а у нас еще и публичная API, то ему option запрос отправлять не нужно. Вот. Спасибо большое. Да не за что. Евген, а не подскажете, у меня есть вопрос по поводу, вы используете какой-то state management всего приложения вместе с GraphQL? Да, то есть самостоятельно, но довольно неудобно. То есть для некоторых ситуаций иногда действительно там бывает использовать вот Redux. Вот. Или я не понял вопроса. Да, да, все правильно. Спасибо большое. То есть связка работает очень замечательно, но там, допустим, если вы получаете данные из GraphQL, это прокидывается еще потом в State Manager, не стоит. Вот. Угу. Как-то так. Без необходимости, да? Да, да, да. Спасибо большое. А есть extension для Apollo и GraphQL в целом? Есть, если как playground, это GraphQL. Вот, то есть там можно. Во-первых, это всегда ставится для сервера. То есть, допустим, допустим, у нас есть какой-нибудь сервак, ну, написанный на ноде или там на каком-нибудь другом языке. И мы хотим, допустим, показать. Давать пользователям возможность вот работать с нашим GraphQL сервером как вот через Postman, например. Вот, кстати, Postman, по-моему, уже внедряет или уже внедрил поддержку GraphQL у себя. Вот, и, ну, как основной вот GraphQL, вот, то есть это работает следующим образом. То есть оно еще здесь сбоку укажет, какие query мы можем слать, вот, какая структура вообще query. Вот, соответственно, здесь мы можем отправлять, здесь указываем, какие вариаблы, и здесь вот после того, как мы нажали вот на этот play, на иконку, мы получаем результат. Вот, по-моему, есть какие-нибудь есть плагины, вот, никогда не ставил, поэтому точно не скажу. Окей, добрый, дякую. Вот сразу. Да, вот он у него еще вшитый график UL явно. Ну, вот, соответственно, здесь у нас указаны типы, какие есть. Да, есть плагины. Плюс еще есть призма, по-моему. У нее UI поприятнее. Слушай, а с Apollo Link State ты работал? С чем-чем? Apollo Link State, вот как раз для менеджмента как бы более глобального стейта.
Лично нет, но да. Я когда пытался прокинуть каким-то образом клиент в саге, вот, я там через это проходил. Но как-то особо не понял, что вообще там пропагандируется, поэтому пошел от этого подальше. Вот, это если быть прям вообще откровенным. Вот, ну, вообще, если там будет возможность, надо будет порыться, да. А вообще нет, не работал. Ну, его вот как-то вроде как советуют юзать вместо редакса, если хотите там вот что-то иметь глобальный какой-то стейт, но мне интересно просто было, есть ли какой-то опыт такой реальный. Не-не-не. Он вроде бы как бы может заменить, а с другой стороны он как-то выглядит довольно скудно, не знаю что. Честно, нет. Не могу поддержать разговор, не вообще не сталкивался.